Липтику. Офицер строго смотрит на рядового и спрашивает: «Вы называли сержанта лицемером?» Рядовой говорит: «Да, сэр». «А шаромыжником?» Рядовой говорит: «Да, сэр». Офицер спрашивает: «А лупоглазым, рахитичным голуем?» Рядовой говорит: «Нет, сэр, я это забыл сказать». Подписываемся и слушаем дальше. Если вы решили жениться, имейте в виду, что когда будете руки мыть, мыло будет застревать под кольцом. Очень неудобно. Это уж потом я понял, что соседи пришли именно ко мне, потому что думали, что я учусь на программиста, и значит, у меня должен быть интернет, и я могу найти им нужную им информацию. А сначала я зашел в ступор, когда мне сказали: «Петруха, ты же программист, нам тут надо привить грушу». Подписываемся, кликаем на колокольчик.